Как дела, Даун? Легкая руна, легкая жизнь. Я буду с музыкой играть. Я не хочу разговаривать, я хочу музыку слушать. Что-то добрый початок. Решил побаловать работяг подрубала в ночную смену. Да еще и с музлом. Ну спасибо, спасибо. Лови 150 в лицо.
Вот только Next игру играть не буду, ну в смысле, искать на стриме точно не буду. Это так. Одиночная подрубка без стрим-снайперов. Не хочу играть со стрим-снайперами после сегодняшнего. Должен отдохнуть от стрим-снайперов. Нормально поиграть. Так что-то до конца этой игры. Команда ебашит. Круто. Бот, файв бот. Illuminating. Thank you.
не хочу спать еще. Я хотел в доту поиграть. Ровно как всегда хуевая игра на стрим. Фривин. То фривин, то фрилуз, то тильт. Не разворачиваться, меня убить. Вопрос на засыпку для Магнуса. В этой версии бытовые камбэки реально слабее. То есть можно даже бегать под вышку с таким счетом, пофидить. Все равно враги не камбэкнут. Я вам это как бы, ну, гарантирую. Фармим БКБ, я пойду базу вынесу.
Ясно? Мои союзники хотят затянуть игру. Кулите. Макака, блядь, Ник. Оно и видно, что макака. Найс, хукаешь. Hungry Nova? Котик проголодался. Бля, луна что-то вообще охуенная стала, как в первой доте когда-то. Illuminating. Прям вообще классная, как в первой доте, я вам говорю. Прям вот именно как было раньше. 10 тысяч лет назад. Мом, конечно, апнули. Жестко. О, найс ульт. Поможет, проверяю. Я тебя вижу. А, я умер. Окей. Я умер 100%, да? Да, я умер. Не важно. Бай, конечно... Это у меня был 19 уровень. Жесть. Они же не могут убить, блядь, алло. Да не дал. На бабочку что-то фармить. А у него врагов нету лейта вообще. С бабочкой я буду неуязвим. Можно дофармить бабочку. Потом просто пойти драться, пока да, там блинка появится. Если враги будут до сих пор дефать. Ну не знаю, я не вижу, как они могут выиграть. Рад, что снова меня убить. Конечно, я даже забыл, что я так долго возрождаться буду. Прям. Ебать. 80 сек. Здорово. На 20-й минуте респаун тай 80 секунд, потому что у тебя 19 уровень. Жесть. Ой, бля, паузы. О, они отжимают сами, класс. Они поебать, что-то они крыли, там я его разъебашу. У нас еще Тинкер есть. Добрый початок.
сразу Рош. Зачем нам Боттауэр? Все, мы можем закончить. Я почти бабочка. Конечно, с рюкзаком это пиздец удобно. Надо помойку убить. Так, ну это фармлю бабочку. Ничего, снова умирать. Да фармлю бабочку и с утрона пойду смотреть какой-нибудь фильм. Я не хочу просто запускать Next со стрим-снайперами. Я сегодня наигрался со стрим-снайперами. Один тильт, минус мораль, злость. Не хочу. Стоит или че, лол? Нахуй я БКБ нашел? Просто! Че за... Там у Магнуса есть ульт. Разве мы можем пушить? Все, я Глайвер коцает. Hero of Might and Magic. Блять, как же эта луна фармит, это просто пиздец. Это прям как первая дота. Класс, первый уровень, блядь. Лун! Тингер всю славу забрал себе. Пока я фармил. Паджик типа хуёвый стрим, я больше не буду играть. Типа не хочу играть со стрим-снайперами, повторюсь. Я сегодня наигрался, Я сегодня постримил 5 игр, я вроде 4 проебал. А ну, го чекнем. Сука, я сегодня стримил.
Вот, и на Тимбере проебал. Но там без стрим-снайпера, там не стрим-снайпера, виновата, там два чела заруинили. Вот, я 5 игр сегодня сыграл на стриме. Я 4 проебал, потому что, типа... Не, стоп. А, да, все правильно. Да, все правильно. И 3 игры я проебал, по сути, из-за стрима. То есть, 3 игры я проебал из-за стрима. Одну игру было суждено проебать, одну игру я выиграл на стриме, а 3 игры чисто из-за стрима. Тильт, стрим-снайперы и т.д. Стрим мешает, блять. Ну, в основном стрим-снайперы, блять, падлы руинили. Их еще больше. Ну. И даже не уверен, что буду завтра стримить. Может, отдохну один день от стрим-снайперов. Не знаю, посмотрим. Если будет настроение хорошее, то мэйби постримлю. Ладно, гайс, всем пока, я пойду фильм смотреть. Не повезло, что игра опять хуёвая. Фривиныч. Я бы лучше поиграл минуток 50-60. Чисто для стрима. Выбалить.